Крупнейшая выставка достижений агропромышленного комплекса Нижегородской области «День поля 2021» пройдет возле села Слопенец Кстовского района 14-15 июля. На мероприятии будут представлены масштабные экспозиции самой современной сельхозтехники и оборудования, продукции нижегородских производителей, сельскохозяйственной животной и птица, широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для животноводства и растениеводства. Опытные посевы с новыми сортами зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур много и другое. Вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении оригинала одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до мероприятия, либо результата исследования на наличие антител. Те, у кого нет данных документов, смогут сдать экспресс-тест на COVID-19 в шатре непосредственно около входной группы на площадку мероприятия. Платно.